Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних нами государств, в Польше и в Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Но это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал сегодня и слушал доклад начальника генерального штаба, я заметил, что наших военных также беспокоит эта проблема. Мы об этом говорили еще в прошлом году и выработали некий алгоритм реагирования на подобные события.